Тема, о которой сейчас пойдет речь, до недавнего времени практически не обсуждалась, а зря, считают активистки группы материнской поддержки «Белая река». Члены этого движения помогают молодым мамам решать всевозможные вопросы. К примеру, как правильно кормить своего ребенка. Теперь такие консультации для кировских мам будут проводиться на официальной основе. Подробности у Ирины Сырцевой. Еще до родов Наталья начала получать советы. Делала это осознанно, ходила на специальные курсы, слушала рекомендации знакомых. Ведь материнство – большая ответственность. Наверное, поэтому в итоге с кормлением Алисы проблем не возникло. Кормить малыша, если есть такая возможность, необходимо. Этот момент единения поможет избежать стресса не только маме, но и ребенку. Правда, не каждая женщина точно знает, как все сделать правильно и нуждается в советах. Можно избежать некого дискомфорта. Там, например, по прикладыванию, сколько правильно приложить. То есть, да, можно дать просто грудь, но если дать ее правильно, это будет, то есть ты будешь получать от этого удовольствие, и ребенок, соответственно, тоже. Об удовольствии кормления говорили сегодня и на встрече участников проекта «Белая река». Общественное объединение появилось в прошлом году. Все его члены – молодые мамы. Их главная цель – теперь научить избегать проблем после родов у других. Часто именно из-за неудобства или боли мамы отказываются от грудного кормления. Никто тебя так не поймет, как человек, который... те же трудности в своей жизни испытывал. Без взаимодействия с медицинскими работниками пропагандировать грудное вскармливание, помогать женщинам его налаживать – это, ну, очень такая достаточно тяжелая и трудная, бессмысленная работа. Вот. А мы наладили это взаимодействие, и очень хочется похвастаться этим немножко, что сейчас, например, на базе Нововятского роддома у нас два раза в неделю наши консультанты приезжают и прямо непосредственно в послеродовых отделениях консультируют. Сейчас в планах девушек продвигать идеи создания комфортных условий, и дальше уже ведутся консультации в социальных сетях. Также собираются создать специальный сайт и обсудить с представителями крупных организаций и торговых сетей создание комнат для кормления. Хотя в целом в Кирове к кормлению на улице относятся вполне лояльно. Исключения бывают редко. В таком случае консультантам приходится проводить внеплановое обучение. Я однажды одному сказала, молодому человеку, который шел вот так. Я сидела в парке просто, а он шел, кушал. Он так остановился даже, говорит, типа, ну как это, ну вот так. Я говорю, а вы сидите, вы сейчас идете, что делаете? Кушаете? Вам никто этого не запрещает, дядь. А мой ребенок тоже хочет кушать, и я его кормлю. На сегодняшний день консультантами «Белой реки» дано уже больше 1500 рекомендаций. Девушки ждут обращения всех мам, у которых есть вопросы. Теперь они будут делать это на официальной основе. Они выиграли правительственный грант на работу своего проекта. Ирина Сырцева, Алексей Стахеев, Даниил Кочкин. Бюро новостей «Давича».